Финал Кубка России по мини-лапте. Сборная Заречного и команда из Чехова готовятся выяснить, кто лучший. Лапта – это невероятная смесь легкой атлетики и акробатики. Все спортсмены далеко бьют, быстро бегают, да еще и ловко уворачиваются от мячей противника. Команда из Чехова – соперник сильный и опасный, но наших ребят это не испугало. Они бодро вступили в игру и закончили первый период с преимуществом в 12 очков – 28-16. Лапта – командный вид спорта. Здесь многое решает слаженность и взаимодействие между игроками. К тому же спортсменам приходится решать и тактические задачи. Когда и кого выпустить на поле, что делать, если у кого-то игра не задалась. Каждый может заменить друг друга. Вот. По ходу матча сами совещаемся. Если у нас возникают спорные какие-то ситуации, уже к тренеру обращаемся. А еще самозабвенно поддерживают и подбадривают друг друга. Правда, в этот раз не все сложилось так, как хотелось бы спортсменам и болельщикам. Лаптистам из Чехова все-таки удалось переломить ход игры и лишить зареченцев золотых медалей. Но вице-чемпионы России настроены оптимистично и присутствие духа не теряют. Сейчас уровень команд растет, то я считаю, что второе место – это наш довольно-таки результат хороший. Надо стремиться, работать, чтобы не было ошибок и идти на золото в конце концов. И это правильный подход, ведь главное – видеть свою цель и знать, к чему стремиться. 10 лет назад они начинали как школьная команда, а сегодня они вторые в России. Ксения Тризна, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный».